Добрый день, уважаемые любители рыбалки. Сегодня я хотел вам рассказать о такой интересной насадке на карася и карпа, как наша хловичка. Давайте мы ее приготовим. Беру в начале бой печенье. Ну, это можно достать в магазинах, где продают печенье. По низкой цене, которую, смотря, они просто не знают, куда его девать. Берем это печенье, пропускаем через мясорубку. Добавим сюда другого, наверное, сорта печенья, чтобы было интереснее. Вот, какое-то оно шоколадное. Вот еще интереснее. Вот добавим. Короче, сам все, что есть. Все, что печенье есть, можно сюда добавлять. Печенье само по себе уже хорошая прикормочка. У нас хловичка будет то, что надо. Достаточно пока. Нам надо ее немного. Просто я вам хочу показать, как это делается. На рыбалку мне завтра не идти. Много ее не надо. Это я вам покажу просто, как я ее делаю. Дальше беру халву. Взял халву. Начинаю ее мять. Желательно, чтобы не было. Их комочков маленьких нафиг не нужны. Так, все. Скопаем сюда наш бой печенюшек. Наливаю немножко водички. Замешиваю это дело все. Это можно делать и на водоеме. Конечно, вода из водоема, она лучше, чем вот эта вода из-под крана. Так, это лишнее потом доделаю. Вот так вот.
разминать ее надо хорошо, чтобы она была как густое тесто. Ну, в принципе, и все. Вот смотрите, что она получается. Катается хорошо. Пахнет великолепно. И вот это вот идет на пружину у нас. Теперь, так как я на рыбалку не собираюсь, мне ее надо сохранить. Ну, не выбрасывать же такое добро. Сделал с нее лепешку. Беру пакет. В пакет ее. Пакет закрываем. И морозилку. Все. Все, что я хотел вам рассказать, я вам рассказал. Будьте здоровы!